Всем привет, дорогие зрители! Нашел трехкомнатную дизайнерскую квартиру в новом проекте, который был сдан полтора года назад, 2019, начало 2020. От наших дизайнеров быстренько отсниму квартиру. Я начал прямо с квартиры съемку. Инфраструктура вся присутствует внизу, кроме крытого бассейна. Значит, 2 плюс 1, 115 квадратных метров. Кондиционер фирмы Висман какой-то. Не знаю, что за фирма. Значит, Altus холодильник, Alpina духовка, также плита и вытяжка фирмы Alpina. Остальное все фирмы Altus. Гранитная столешница. Вот такой дизайн в квартире. Голубого цвета, синего цвета, то есть этот диван, мягкая мебель. Выйдем на балкон. Вот такой просторный балкон. Время съемки час дня. Восточная сторона. Расстояние до моря, дорогие зрители, если вы видите, море видно. Улица Барбаросса 100 метров и до моря где-то оттуда с поворотами 150 метров. 250 метров до моря. Рядом присутствует вся инфраструктура. Впереди где-то 300 метров у нас часовня Махмутлара. Также банки, банкоматы, рестораны, все рядом. Там улица где-то 300 метров, улица Ататюрка. Вот такой балкон. Здесь вот такой коридор. С левой стороны у нас дополнительная спальня, спальня для детей, скажем. В таком дизайне. Свет тоже включили, такая люстра. Вот такой шкафчик стоит. Идемте дальше. Так. В этой квартире только один санузел, просторный. Стоит проточный водонагреватель фирмы Siemens, автоматический. И здесь у нас хозяйская спальня. Квартирка, восточная сторона. Также это тоже спальня, смотрит на восток. Так, дорогие зрители, цена этой квартиры 80 тысяч евро. Скидочка от меня будет. Так что обращайтесь. Сейчас я сниму инфраструктуру. Отключим свет. Вот здесь такой коридор. Вызовем лифт. Пойдем в лифт. Вместимость лифта 6 человек. Спустимся на нижний этаж. Нулевой этаж прямо выходит к инфраструктуре проекта. Значит, здесь у нас с этой стороны сауна. Такая сауна. С этой стороне у нас хамам. Свет отключили. Здесь у нас санузлы, раздевалка и еще какая-то комната. Так, здесь зона отдыха, лобби, детская игровая комната, теннисный стол и такой фитнес-зал. Мало оборудования, но достаточно. Айдат у этого проекта 180 лир. Поднимемся наверх. Квартира находится на четвертом этаже. Здесь у нас вот такое место для отдыха. Сделано как беседочка. В этой стороне у нас генератор и вход. Вот такое здание новое. Также есть шезлонги. Вот такой бассейн. И все, в той стороне сад. Маленький сад.
Все, дорогие зрители, квартиру вы увидели, инфраструктуру также. Айдат 180 лет. Расстояние до моря 250 метров максимум. Рядом присутствует вся инфраструктура для жизни. Одно из центральных мест – Махмуд-Лара. Все, с вами был Агаси из солнечной Алании. Всем пока-пока.